У нас еще один консульский сотрудник начинает свою работу. Здесь уже достаточно большое количество венгерских виз, очень много клиентов, поэтому нужен еще один человек, чтобы хорошо, плотно и также оперативно работали, как раньше. Интересно. Растем, растем. Ага. Она у нас сотрудник МИДа, то есть это будет девушка, кстати. Ага. Очень-очень опытный консул. Тоже с визами достаточно много работы, поэтому имеет хороший опыт, хорошо говорит на русском. Угу. Поэтому... Венгрии, получается, да, с МИДа? Да, она работает в министерстве в Венгрии. Угу. То есть она сотрудник министерства. Угу.